Добрый мне суток, с вами Саймон, и мы продолжаем работать водителем автобуса в Bus Driver. Итак, сегодня нам дают руки ключ от нового для нас автобуса, который на самом деле не самый новый. Итак, маршрут H20 минут, посмотрите, где он пробегает, очень интересный. Итак, настоящая экспедиция на Северный полюс. Может, нам опытный водитель, спасибо, это как раз мы. Итак, в общем, нужно развести туристов по отелям. Прекрасно, погнали. Такой вот у нас автобус. Весьма интересный. Поворачивает не очень хорошо. Ну ладно, хуже. Здравствуйте, дорогие пассажиры. Шлем часто на это отдать вместо Глейсер. Так, 26 человек. Салон полон. Погнали. На самом деле. Ну да. Раскучить-то мы могли, но они повернули бы на такую скорость высокую. Да. Купил за выкинку, да? Если вам быть этого будет. Вот сюда. Наш первый отель. Виктор Лейсер, если не ошибаюсь. Следующий отель Sunshine Hotel. Интересно, а смогли я заехать в Сугрот? Давно еще хотел поверить, но Сугрот у нас железобетонный. Да, там да. Своя полоса, то есть как уезжаешь, и полоса там добавляется с этой поворота. Когда я понял, что нет, тормозов уже будет поздно.
обочине, в принципе, мы можем условно, ничего страшного не случилось. Вот так, то есть применили, и следующий атак. Сейчас это будет с такой камеры. Видимо, ничего не видно. О, вот да вы. Ну, человек. Погнали вот сюда. Вот и полосу. Слушать это все с такой вот камерой, потому что особо не видно на своей полосе, но остальное все равно ничего себе успело вклиниться. Более атмосферный, чем такой. Так, что тут 8. Ну, не получится не доспевать. Просто за этим автобусом пошел. Вот. Ух ты! Блин! Чуть не врезался. Тут каски так тормозишь. Посредайте, я не буду. Вот, чуть-чуть. Но не дожиться. Быстрее. Да, и не тянет сюда. Что так называется? Поехали. Чуть не успел, это самое главное.
игроков, тормозим за ним. Извиняюсь, товарищи пассажиры, стоит нам все-таки платку ехать в машине и делать. Это для нас. Мне чуть не казалось, что тут оп, все, мы не успеем, она остановится. Внезапно на желтый, все. Иди, давай, ну ладно.
полмили. Просто мы, конечно. Точно, да, тогда. Я даже не слышу сейчас, когда я отвлекусь. А это куда? Дистанчик вообще, ну куда уехали, нет? Интересно, давайте направо. Практически напрасно, ну давай. Возможно, просто... Что-то я расслабился, кто-нибудь... Ну куда уехал? Возможно. Я не удивлюсь. Вот этот отель прямо практически все-таки где-то не там свернул. На кого там? Ну, можно сейчас очень делать тепло, поехать направо и просто направо, потом налево. Так, ну, подумаем, все это дело. Да, ну куда я сегодня? И перестрелочка. То, что там перестрелочка. Тут там, где мы поехали. Никуда поехали. Даже наконец-то я куда-то смотрелся. Сейчас возьмем красный стрелочек, сейчас будет машин, и их будет в этом видно. Да, стрелочка там не самый лучший способ указания навигации. Все не забыл просто на карте путь рисовать. Вы будете как-нибудь. Можно понять, типа, вообще много красных, может быть, 15. В общем, главное, что мы вообще доехали до цели, можно задержались минут на 5. Мы доехали уже. Итак, отель Sunshine. Итак, все классно. Следующий и последний маршрут. Итак, какой интересный маршрут, 15 минут всего. В смысле, не того, что он, блин, а просто пробегает через полкарты. Интересно, я считаю. Окей, значит. Из аэропорта. Конференц-центр, а потом на веселье, то есть вверх, который нам катается. Ну, мне, во всяком случае. Так, ближе встану. Прекрасно. 20, да, 20. Конференц-центр. Через 7 после. Окей.
Успели. Здесь уже тормозим. Ну, иначе бы никак не тормозились. Извиняюсь, дамы и господа. Думаю, что вы хочешь, чтобы стоять на разных финансах такого. Ну, конечно, ты хочешь любым, но ее нет. А я здесь главный, как вы видите. Погнали. Сейчас, в принципе, быстро дойдем до конференц-центра по шоссе. Оттуда и оттуда будем подойдшивать. Так, с такого еще раз с такого. Потом мы знаем, что какое-нибудь шоссе поедем. Опять впереди. Лепится. Сейчас кажется, чего-то. Да. Что ж ты? Свечу, оказывается, свет полностью, то есть внизу там, где мы сейчас над чем едем, там все внизу светится, сверкает, под нашим фонарем, сейчас вот поднимались тут, по этой, как я называю, литочке, то есть было видно, потому что внизу свет отход. Ну ладно, не так все отлично. Теперь все, как я говорю, что сейчас заметил. А ладно, все еще тут. Не так не идет. Точно не так не идет. Вот это. Окно. Окно выходит.
нравится, мне здесь очень нравится. Мне комфортно себя чувствует точно. Сюда вернемся. И это будет немножко погоняем себя на штабус. Тормозим, только вот налево надо. Ну, не так, вот раз опять. Какое-то наподобие этого поворота пропустили. Сдвинуть стрелочку. Или так вот, все у нас вышло. Ну что ж, дамы и господа, то есть как бы они вот как-то вышли, и тут уже заходят обратно, да, тут уже все обсудили, ну зачем? А, нет, вот эти. Пообсуждали там, обсуждали не так же долго. И желает поехать в лес, поехать в пир. Развлечься, покушать, попить, еще чем-нибудь заняться. Ну так же, маленько, очень успешно все обсудили. Куда нужно отменить. Да даже если не успешно. Не знаю. Заглотнуть, смочить горе. Неудача. Ну и здесь реально. Окей. Что-то такое.
ставим точку. Ну все, где себе место? Это что мы делаем? Заловил или что? Начальник себе. Это могу бы очень высоко взять, но только я собрался. Немножко же начал поменить, если так он как сам будет. Я облетел. Чувствую, если все пошло удачно, все же на конференции, мы уже не рады, опять это полезно. Ну, если все плохо прошло, тогда я не могу. Ребят, спасибо, что были вместе с нами. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем спасибо, всем пока.